Чуть меньше недели осталось до старта 5-го открытого чемпионата России по пахоте. Он пройдет с 19 по 25 июля неподалеку от Тюмени в поселке Вензеле. Профессионалы своего дела, механизаторы из России и других стран соберутся вместе, чтобы выбрать лучшего. Традиционно эти соревнования собирают тысячи зрителей из разных регионов России. Прямо в поле развернется одна из самых масштабных в стране экспозиций техники оборудования для сельского хозяйства. Пройдут демонстрационные показы сельхозмашин. В работе их тест-драйвы, конно-спортивное шоу и концертная программа. С каждым годом популярность чемпионата растет, увеличивается число его участников, крепнет и международный авторитет. О своем желании приехать на состязание в Тюменскую область уже сообщили команды из Нидерландов, США, Ирландии, Великобритании, Эстонии и других стран. Хочу пожелать всем участникам победы, хорошего настроения. Все, кто будет наблюдать за данным действом, хороших и добрых эмоций. Ну и нам бы, конечно, хотелось, чтобы, уехав отсюда, с тюменской земли, вы увезли добрые и хорошие воспоминания и об этом празднике, и о Тюменской области.